Хозяйства республики приступили к заготовке кормов. Жаркая погода во второй декаде мая и необходимое количество влаги в почве способствовали интенсивному росту многолетних трав. О том, как идет уборка сена в Комсомольском районе, в нашем материале. При влажности травы 60-70% мы закладываем на сенаж, а при влажности 30-40% уже можно убирать на сено. Колхоз «Искра» – один из первых в республике, уже приступил к заготовке сена. Комбайн со специальной насадкой-плющилкой, который с этого года работает на колхозных полях, позволяет прессовать траву уже на второй день, что сокращает время и повышает качество кормов. Сено готовим для фермы. Поголовье 500, больше 500. Готовим пока на сено, а потом второй кос на силос. Многолетние травы 200 гектаров, кукуруза на корм 100 гектаров, однолетние травы 128 гектаров, остальные зерновые 450 гектаров. Если сухая и жаркая погода способствует уборке сена, то зерновым и зернобобовым культурам необходим дождь. Если будет засуха, то возможна потеря урожая, отмечают специалисты. На сегодняшний день практически все зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 11 тысяч гектаров занимает зерновые и зернобобовые культуры. Также у нас многолетние травы 4500 гектаров, однолетние травы на площади 1800 гектаров и посев на сегодняшний день кукурузы на площади 750 гектаров. Всего в Комсомольском районе более 29 тысяч гектаров пашни. Все работы по посадке и уборке сена в районе идут в срок.